Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Посмотрите, сегодня мне как повезло, каких сегодня малышей очаровательных я купила, потрясающих. Это мальчик и девочка, характерные куклы. Состояние очень хорошее, маркированные, вообще потрясающие. Несмотря на то, что у нее так высунут язычок, она такая вот миленькая-миленькая, прям, да, она хмурая, но все равно она такая очень-очень симпапуля девочка. Такой нежный у нее наряд, платьице такое, прям суперская мальчишка. Весельчак такой. Реснички у них у обоих не нарисованные. Посмотрите, какой. Это же чудо. Это прям как можно так вот. Ну, вот против. Мимо таких вот деток я не могу пройти. Вот. Это что-то невероятное. Я очень люблю характерных кукол, какое бы выражение лица у них не было. Я их очень обожаю. И сегодня приобрела винтажные украшения, бижутерию. Вот такие вот бусы. Старая-старая застежка у нее. У них. Вот. Они все целые, ниточки все на месте присутствуют. Такие вот очень красивые, нежные-нежные. Размеры будут стоять, написано, вернее, в Инстаграм. Так, вот такие вот. Потом вот такие вот. Вроде бы они как обыкновенные, и в то же время очень такие хорошенькие, милые. Старая вот такая вот застежка у них, закручивающаяся. Вот. И вот такой вот роскошный браслет на цепочках. Вот такие вот ягодки, черная смородина, рабочая застежка. Очень-очень смотрится великолепно на руке. Потрясающе. Посмотрите, какое. Очень красиво. Я прям влюбилась в него, в этот браслет. И вот такая вот ваза, конфетница, сухарница, как ее называют еще. Это розенталь. По работе уже даже видно, можно даже не переворачивать. Цвет слоновой кости у нее. У меня уже такая вазочка была, только на ножках. Чуть-чуть поменьше и была на ножках. Классик розы. Она состояние у нее очень хорошее. Это просто грязь, это надо вытереть. Рельефный рисунок. Несмотря на то, что она однотонная, вот это прорезное все у нее, ей придают очень-очень такой изысканный, богатый вид. Посмотрите. Какая она роскошная. Довольно-таки она легкая. Еще раз скажу, состояние у нее очень-очень хорошее. Даже можно сказать, состояние новой вещи. Я вот блики вам показываю. Ни царапин, ни каких-то этих нет. И посмотрите, еще рельефный рисунок уходит вглубь, ко дну. Очень красивая.
Вот такие вот сегодня у меня покупки. Съемку в магазине я тоже сделала. Были очень красивые сервизы. Вы сегодня это увидите. Я озвучку сделаю. Так что, если кому-то что-то понравилось, пишите мне в WhatsApp. Мой номер телефона, если у кого нет, напишите, я вам напишу его в комментариях. Заходите ко мне в Инстаграм, подписывайтесь. Размеры, все будет стоять под фото. Ну все, дорогие мои, до свидания, до новых встреч. Пока-пока. Посмотрите, пожалуйста, на эту ручную работу. Вот такая вот, даже не знаю, как это не ваза, ну, экспозиция очень красивая такая. Вот на этих стеллажах, ну, так будем называть, буду их называть, как безделушки стоят у них всегда. Но иногда попадаются хорошие экземпляры такие прям. А здесь всегда выставляют в основном стекло фирмы Леонардо. Это очень здесь ценится в Германии. Немцы очень любят эту фирму. Она довольно-таки тяжелая по весу. Вот эти... А посмотрите, какая... Так, ушла. Очень скудно, конечно, фужеры. Нет такого прям вот красивого хрусталя. В основном все, ну, обычные. Посмотрите, какое красивое ведерко для льда. Желтого цвета, вообще потрясающее. Ну, эту посуду вы уже, я ее вам показывала. Ну, для новичков, кто у меня первый раз на канале. Еще раз прошлась сегодня по ним. Новые вот эти вот бокалы появились, но в основном у всех идут какие-то надписи, видимо, в честь кого-то, чего-то там. И не каждый берет такую вещь. Вот эта вот партия новая. Ну, в хорошем состоянии, много золота на них, кто любит, почему бы и нет. Это стеклянная тоже хорошенькая под лимон. И посмотрите, какой великолепный слоник, просто потрясающий. Новые тарелки. Они, по-моему, без клейма. Да, это без клейма. Ну, довольно-таки легкие, в хорошем состоянии они. Это вот тарелки чуть светлее цвета слоновой кости. Тоже они без клейма, в отличном состоянии. Тарелки под горячие. Их 12 штук. С рельефным рисунком они. Вот это не полный сервиз, только, по-моему, здесь вот чайник и сахарница. Если я не ошибаюсь. Вот это бульонница от Розенталь, белый с зеленым. Посмотрите, какой красивый кувшин, молочник большой. Потрясающий такой прям рисунок, вообще великолепный. Прям сразу настроение поднимает. Очень красивый. Такие насыщенные цвета у него. Вот это, по-моему, тарелочки тоже новые. Только непонятно, то ли это суповые тарелки такие, как-то не поняла, честно. Мама,
я не вижу, что это за фирма. Суповые тарелки. Это керамика для любителей. Это розенталь. Красивые очень тарелки под горячее. И вот такой вот, ну, чаша-салатник, наверное, это, я не знаю даже, как ее, это Хоченройтер. Такая довольно-таки тяжелая, массивная, с летним таким рисунком. И вот такие декоративные тарелки. Ну, я не имею в виду, что они там, ими пользоваться нельзя, нет, просто какие-то, ну, в основном они идут с надписями. И одиночные. Они глубокие. Такая маленькая кофейная чашечка. Миленькая. Это новые блюда. Овальные, круглые. Это симпатичные глубокие тарелки. На этих стеллажах тоже хрусталь стоит. Вот эта вазочка, я обратила на нее внимание, она новая, в упаковке. Это сервиз розенталь красивый. Вот этот новый сервиз чайный появился. Очень такой. Смотрите, какая сахарница, кофейник как сделан. Вот это необычная ваза от Кайзер. Такая рельефная вся. Посмотрите, какая она. Очень красивая. Появились вот такие тюрины, их две штуки. Это Шуман. Приятный, нежный, нежный рисунок. И больше от этого сервиза ничего нет. А вот это вот идет костяной фарфор. Он чисто белый, этот соусник, глубокие тарелки, под горячее и овальное блюдо. Очень-очень легкий, в хорошем состоянии. И новый сервиз, он не полный, есть. Посмотрите, какая роскошная тюрина. Два соусника здесь. Вот фирму вам показываю. По-моему, здесь еще овальное блюдо и 5 глубоких тарелок. Состояние очень хорошее. Ну, это рельефный рисунок присутствует. Ну, просто изумительно.